Когда я начал заниматься тхэквондо, я ничего не знал о боевых искусствах. Но вот прошло почти 4 года. Мне 10 лет, и до черного пояса мне осталось 2 года. Я стал выносливее, быстрее, дисциплинированнее. Хотите знать, что мне придает уверенности в тхэквондо? Это кихап, боевой клич. Чем тхэквондисты издают эти странные звуки? Когда человек кричит, то выбрасывается адреналин, который нужен в бою. Он увеличивает скорость реакции и силу ударов. Крик также влияет на психику соперника. От громкого крика соперник может немного испугаться. Крик может означать готовность к спаррингу и помогает настроиться на бой. Крик вселяет уверенность перед разбиванием досок или выполнением сложных акробатических упражнений. Крик может означать победу и символизировать силу духа. Не стесняйтесь кричать. Кихап придает уверенности в тхэквондо.